Ларри, спасибо, что пришли. Когда у нас кто-то получает повышение, мы проводим ему тренинг увольнения сотрудников. Вы меня увольняете? Нет, Ларри. Мы научим вас увольнять. А, ну ладно тогда, я согласен. Это наш местный актер. Его зовут Мэтью. Здравствуйте, я Ларри. Здравствуйте, Ларри. Я должен уволить Мэтью. Именно. Для удобства поменяйтесь, пожалуйста, местами. А, хорошо. Мэтью прогонит с вами пару сценариев, чтобы вы могли поупражняться. Никогда этого не делал. Не спешите, все получится. И не жалейте меня. Не буду. В этом весь смысл. Хорошо. Поехали! Здравствуй, Мэтью. Спасибо, что пришел. Прости, но в нашей фирме для тебя больше места нет. Ты меня увольняешь. В нашей фирме сейчас много... Друг, у меня трое детей. Одному год, другому 40. Ясно? Знаешь, сколько это стоит? А тебе сколько? 40-летний сын хочет купить дом, а ты меня увольняешь? Мэтью, в нашей компании для тебя больше нет места. И я расторгаю наш трудовой договор прямо сейчас. Дебил. Дебил. Битлз. Битлз. Зачем меня вызвали? Я никогда сюда не поднимался, сэр. Обычно я внизу. Работаю на заводе. Мэтью, вы где-то учились? Брал частные уроки, да. Да, замечательно. Кстати, у вас отлично получается. Спасибо. Как вас зовут? Ларри. Ларри. Вы верите в Писание? Господь в Священном Писании говорит, да не уволь сотрудника своего. У нас очень щедрое выходное пособие, вы и ваша католическая семья не останетесь в нужде. Вы меня не уволите, я хороший математик. Разбираюсь в теоремах и во всяких канадских задачках. В Канаде такая же математика, как в Соединенных Штатах. Я тебе угрожаю. Я сейчас метну в тебя ножи. Я их держу под столом. Мэтью, в нашей компании больше... Нет! Ни за что! Вы подписали договор, но в нашей компании больше нет места для вас. Я умею делать, снимать ролики. Мэтью. Стойте, не перебивайте. Какие конкретно ролики? Для интернета. Мини-сериалы из 6 эпизодов. Так. У моего друга камера, звук она тоже записывает. Выглядит очень дешево. С резкими переходами. Супер. В кадре один мужик, хоп, их уже двое. Потом их трое, а потом в конце шутка. Небрежный монтаж, но в этом весь смак. Нам нужен такой специалист. Надин, но этим как раз я занимаюсь. Я сделаю дешевле. У меня есть друг монтажер. Да, он сможет сделать дешевле. Если вы это и правда умеете, я возьму вас на эту должность. Так что поздравляю. Я не понимаю, что происходит. Я его повысила. Да, я понял. Да. Вот черт. Я хотела вас остановить, это было слишком. У вас вышло убедительно. Да, он молодец. А я так хреново уловила суть.